Нобелевскую премию по физике в 2018 году присудили сразу троим ученым из США, Франции и Канады. Имена объявил Нобелевский комитет Шведской Королевской Академии Наук. Шведская Королевская Академия Наук присуждает Нобелевскую премию по физике 2018 года Артуру Эшкину за оптический пинцет и его применение в биологических системах. Он получит половину награды. Вторую разделят Джерар Муру и Донна Стрикланд, отмеченные за метод генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов. Американский физик Артур Эшкин изобрел оптический пинцет в 1978 году. Этот инструмент позволяет манипулировать микроскопическими объектами с помощью лазерного света. Например, ученый смог взять таким пинцетом живую бактерию и не причинил ей вреда. Сейчас Эшкину 96 лет. Он самый пожилой лауреат Нобелевской премии. Французский ученый Жерар Муру и канадский физик Донна Стрикланд сделали свое изобретение в 1985-м. Они разработали технику усиления черпированных импульсов, которая позволяет значительно увеличить интенсивность генерируемых лазерных импульсов. Технологию успешно применяют в глазной хирургии и в промышленности. У меня еще много проектов, очень крупных. Их продвижению, безусловно, поможет то, что я получил Нобелевскую премию. Мы сможем провести исследование взаимодействия лазера и материи при значительном уровне мощности и интенсивности, в миллион раз и до миллиарда раз сильнее, чем обычно. Донна Стрикланд – третья женщина, которая получит Нобелевскую премию по физике. До нее награду присуждали в 1903 году французско-польской ученой Марии Кюри и в 1963 немецкому физику Марии Гёперт-Майер. Стрикланд также первая женщина-лауреат Нобелевской премии за последние 3 года. Физики получат награду 10 декабря в Стокгольме. Ее размер – 1 миллион долларов США.